становимся на четвереньки, упираемся ладонями хорошо в пол, пальчики расправлены, колени у нас под углом 90 градусов. Теперь нам нужно поднять правую ногу вверх, ровно параллельно полу. При этом рука одна, левая, поднимается вверх тоже, противоположная. Задерживаемся в этом положении на несколько секунд и меняем руки и ноги. На первый взгляд простые упражнения, но они требуют достаточно таких вот усилий, крепких. Конечно же, эффект потом на лицо. Стопа у нас немного натянута на себя. Хорошо. Теперь мы делаем следующее упражнение. Мы остаемся в позе на четвереньках и поднимаем ногу также параллельно полу. Ручки у нас прямые. Теперь мы подтягиваем нашу ногу как будто бы к носу. Растягиваем позвоночник. Хорошо. Расправляем ногу. Здесь важно соблюдать дыхание. То есть, когда мы поднимаем ногу, мы делаем вдох. Когда мы выдыхаем, мы тянем ножку к носу. Пока это сложно делать, но с каждым разом будет все легче и легче, потому что позвоночник будет приобретать эластичность. Вдох, выдох. На бок, упираемся в локоть, так вот. Ноги у нас натянуты как струна, также все прямо, коленочки втянуты, стопы на себя направлены и поднимаемся. Здесь, скорее всего, лучше остаться в носочках, поскольку это делать неудобно. И отрываемся от пола, полностью отрываем тело, держим себя локтем и стопой на несколько секунд. Здесь укрепляются боковые стороны тела. Хорошо. Отдохнули. И еще раз. Меняем сторону. Также упор в локоть. На стопы, поднимаем тело от пола, задерживаемся на несколько секунд. Если ты такая же целеустремленная, как и я, ты приветствуешь спортивный и динамичный образ жизни, тогда подписывайся лучше на этот канал, и твоя мечта стать идеальной превратится в реальность.